Колонку в этот номер написал другой великий музыкант, причем совсем другой, Андрей Макаревич. Я, кроме этого, хочу сказать, что у нас в этом номере вышел диск «Идиш джаз». Такой совершенно другой диск Макаревича. Я не знаю, скажет он что-нибудь или только прочитает свою колонку. Ну, в общем, Андрей Макаревич. Про пластинку говорить нечего, ее лучше послушать. Она в каждом журнальчике вложена. По-моему, получилась восхитительная совершенно. Без ложной скромности могу сказать. Просто, знаете, музыка – это вот отпечаток эпохи, любая. И вот джаз там 10-20-х годов – это эпоха, когда люди еще верили, что все будет хорошо. Это в их музыке невероятно слышно. И для меня это ценно, потому что меня это греет до сих пор. Рассказчик называется «Мода и мода». Сложнее всего дать определение самым обыденным словам из нашего обихода. Ну-ка, что такое мода? Коротко и ёмко. Ладно, не мучайтесь. Вот как определяют это понятие словари. Даль. Ходячий обычай, временно изменчивая прихоть в житейском быту, в обществе, в покрое одежды и нарядах. Хорошо сказано, да? Историко-этимологический словарь современного русского языка под редакцией Черных. Совокупность привычек и вкусов в отношении одежды, предметов быта и прочее, считающихся в данный момент в определенной общественной среде, образцованы. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Мода. Впервые у Петра I, также у фон Ризена. Через немецкое мод, из французского моде, от латинского модус. Мера предмета, правила, предписание, образ, способ. Ну, понятно, у немцев все из Германии пошло. А вот латынь интересна. Мода, мера. Мне-то казалось, что совсем наоборот. Вот малоизвестный энциклопедический словарь Павленкова, 1899 год. Господство в данное время каких-либо вкусов, направлений и т.п., отражающееся в любой области народной жизни. Коротко и ясно. И, наконец, большой энциклопедический словарь 2000 год. Непродолжительное господство определенного вкуса в какой-либо сфере жизни или культуры. В отличие от стиля, мода отражает более кратковременные поверхностные изменения внешних форм бытовых предметов и художественных произведений. В узком смысле – смена форм образцов одежды. Второе значение – непрочная, быстро проходящая популярность. Ну, в общем, разобрались. Сегодня я считаю себя скорее антимодным человеком. Потому что сегодня мода вместе с рекламой гамбургеров, прокладок, новых марок автомобилей и мороженого вколачивается в наши головы отбойным молотком. Собственно, все перечисленное и есть составляющие моды. Поэтому сегодня быть модным – это быть как все. Ибо кто же не хочет быть модным? Я не хочу. В этом сезоне модно пить фанту. Да идите в жопу. Ну, а что касается одежды, вся она сегодня придумывается для молодых, худющих, толерантно настроенных, в смысле не секса. А мне, извините, не 20 лет, не хочется выглядеть смешным. Хотя слабые попытки производились. Я сильно переживал по поводу модных сверхнизких поясов у джинсов. Мне казалось, что достаточно нечаянного движения, и они сползут. Че там сползать-то? К тому же, то, что нависало над этим поясом спереди и с боков, сильно не радовало. А покупал по двум причинам. Во-первых, других и не продавали. Был пояс низкий и невозможно низкий. А во-вторых, меня пытался подсадить на них сын. Артист, значит, будь модным. На нем 25-летнем, они сидели как надо. Непонятно, на чем держались. Я даже попробовал их сдернуть с него неожиданно сзади. Ничего не получилось. В общем, мода не пошла. Однако, я вспоминаю нас, 20-летних, я копаюсь в потрескавшихся черно-белых московских и питерских фотографиях. Машина, аквариум, удачное приобретение.
Мы были жуткие модники. Но наша мода была наоборот. Мы не как все. А в условиях советской действительности наши наряды граничили с идеологическим вызовом. Да это и был вызов. Эй вы, серенькие, мешковатые, одинаковые, с кислыми лицами. Просыпайтесь. Битлы и роллинги идут. Love people. Мы шили невероятные клише из бархата, занавесок и матрасной ткани. Ширина превосходила все допустимые пределы. Мы затягивали наши бока, тогда, к счастью, худые, в батнике на два размера меньше, и все решало прочность ниток, державших пуговицы. Мы стучали по асфальту неимоверными сабо, платформа 10 сантиметров. И суровые осуждающие взгляды строителей несостоявшегося коммунизма нас только заводили. Конечно, мы не листали модные журналы от кутюр, да их и не было. За исключением журнала «Польская мода». Мы срисовывали себя с Джимми Хендриксом. Думаете, он со своими цыганскими рубахами, цветами и перьями у Дольче Габбана одевался? Да прекратите. Такой же сумасшедший, как и мы. По общечеловеческой моде одевался Энгельберт Хампердинг. Чуть расклешенные благообразные однотонные брючки, короткий петальный пиджачок, причесочка. Модненький такой гусь. Конечно, это во многом диктовалось философией хиппи, не будь как все, даже среди своих. Поэтому фантазия не знала границ, а крайняя ограниченность в материалах и подручных средствах заставляла пускаться в удивительные ухищрения. Помню девочек, аккуратно завернутых в тюль от занавески. Там, где надо, просвечивает. Чуть-чуть. Золотая бахрома на рукавах моей концертной рубахи была срезана с какого-то красного знамени. Эх. Сегодня мир невероятно унифицировался. И напрасно мальчики в расшнурованных кроссовочках и шапочках на глаза думают, что все они выглядят по-разному. Нет, все они выглядят одинаково. Мода больше ни с кем не воюет. А может, они и не думают? Спасибо.